Так и будет. А я еще думал, что в траншеях ходят. Не представляю, как эти солдаты здесь выжили. Я их вижу. Вон там, на гряде. Ну и пусть. Хотели бы напасть, уже бы напали. Может, они выжидают. Вдруг это не все. Стопочка. Канатная дорога к вышке. Нет, ее мятежники захватили. Я бы не риск... Да, он... И... Даже мятежники. Значит... Ты что, шутишь? Там есть что-то пугающее, но мы не знаем, что это. Если забыть, чем они питаются... Можно попасть. Что они сказали? Добраться можно только по канатке. Она тебе очень нужна, эта вышка. Только она обладает достаточным охватом. Если не получится провести триангуляцию оттуда, продолжать вообще нет смысла. Тогда располагайся. Мы тут надолго. Меня ждет свидание с вулканом. Thank you.
Хорош. Они тут еще крупнее. Почти все существа на этой планете с момента нашего прибытия прошли стремительную и противоестественную эволюцию. Неясно лишь, наблюдаем ли мы адаптацию к аномальной среде, или аномалия их меняет. Да какая разница? Главное, не подпускай этих зверюк к себе! Естественно. Как так вышло?
капитан Данем, эта тварь вас больше не побеспокоит. Серьезно? Просто не верится. Прекрасно. Сейчас же распоряжусь, чтобы канатку включили.